Европейский парламент осудил прослушивание учреждений Евросоюза, которым, по утверждению Эдварда Сноудена, занимались американские спецслужбы. Принята резолюция с требованием к США предоставить детали шпионской программы, о которой рассказал прессе этот бывший сотрудник ЦРУ. «Я не думаю, что мы должны винить в чем-то самого господина Сноудена», сказал либеральный депутат Ги Верховстадт. «Он лишь предал гласности такие вещи, которые неприемлемы для нас, европейцев. Мы узнали от него, что за нами шпионили наши враги, а не наши друзья». В Страсбурге призвали США возобновить переговоры с ЕС по соглашению о защите личных данных. Вместе с тем отклонено предложение левых и зеленых о приостановке переговоров с Вашингтоном по созданию зоны свободной торговли. «Наши отношения и так осложнились из-за этих событий. Мы лишь хотим полной ясности», — сказал депутат от правых Манфред Вебер. Выражая Америке свое недовольство, «мы не должны забывать, что сотрудничество с Соединенными Штатами помогает обеспечивать у нас рост и занятость, а значит и отвечает стратегическим интересам Европейского Союза». Парламентскому комитету по гражданским свободам поручено провести глубокое расследование американской программы слежения, включая размещение подслушивающих устройств в представительствах ЕС в Вашингтоне и Нью-Йорке.